Всем привет, с вами Нагваль, и это коротенькое видео является дополнением к прошлому видео про ежедневные квесты на Дельфийские звезды. А именно про квесты на Даскшире и как все-таки их выполнить. Итак, ждем появления NPC. Сдаем квест на знаки отличия и быстренько бежим брать квесты на Дельфийские звезды. У меня таких квестов два, так как прокачан только алхимия и травничество. Сразу быстро бежим активировать алхимный кристалл по квесту на алхимию и получаем Дельфийскую звезду. Потом быстренько бежим к корыту и насыпаем туда 100 морковки по квесту на травничество или земледелие. Чтобы выполнить следующий квест возле этого корыта, понадобится прокачать животноводство. Далее, чтобы выполнить квест возле этого станка, потребуется прокачать инженерное дело. А для квеста возле этого станка необходимо оружейное дело. Как вы видите, чтобы выполнить квест, необходимо первым активировать эти станки. Если вы опоздали и кто-то раньше вас использовал станок, то вы уже не сможете завершить квест на этой битве. Придется подождать до следующей. На этом все, всем пока.